Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупуп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Топскин. Пополни данный сайт на 8 500 рублей обязательно. Если ты захочешь пополнить, просто вот туда вот лудик вот так пишешь, даете 30%. Вполне, что ж, а мы поехали начинать. 6 500 рублей. Сразу же просто я в надежде, то, что сайт сегодня будет что-то показывать. О, добавили новенький кейсик, пустынный повстанец. Давай просто на все закрутим, посмотрим, будут ли шансы, раскрутит ли нас сайт сегодня или же нет. Посмотрим сюда, потом посмотрим кейсы, в надежде то, что кейсы хотя бы не как в прошлый раз будут окупаться. Понимаю, что нагнал в предыдущий раз, потому что был в полном тильте. Не выпадало вообще ничего, уже давно, хотелось бы хоть какое-то говно забрать. Немножечко рифмов и панчи вам сегодня залетело. Окей, сколько денег? 15 тысяч рублей. Прекрасно, прекрасно. X2 максимум, короче. Ну давай что? Давай, ладно, топ-кейс. Сразу же начнем с жести, с небольшой. Топ-кейс, один разочек. Поехали. Смотрим, что падает. Сайт не подгружается. Меня это уже очень сильно радует. Огончантика. Ну ты понял. Ну ты понял, сейчас все. По крайней мере, я на это надеюсь. Обновляем сайт. Потому что мне такая ебала не нравится. И все равно ничего не подгрузилось. Хотя нет, вот уже начинают подгружаться скины. Халаш и Казимов. Ну ладно, ну уже лучше. Ну хотя бы не огонь чантика. Почти 3000 рублей. Ладно, небольшой минус, 700 рублей, не критично. Еще давай раз. Какой нахуй калаш ледяной уголь? Ты что, блять, ты меня затравить решил? И 500 рублей, ты чего? Давай еще. Калаш Азимов. Ну ладно. Ну ладно, окей. 3000 рублей. Не критичный минус. 700 рублей это не критично. Еще раз. Ядерная угроза. Это, по-моему, минусов будет. А, нет, 3800. Даже плюс поставила 200 рублей. Ничего себе. Вот это да. Спасибо большое. Снежный Барс. Ну ладно, Императрица. Сколько ты денежек стоишь? 2400, ничего страшного. Мы, если что, всегда можем вернуться на ёбаные, блять, как они называются там, на майнинг кейсы. Ну какое проклятие, ну что это? 800 рублей, да нет. Это гнилой айтем. Гнилой, мне такой не нравится. Так, фарманем. Я надеюсь, обратно 15 тысяч поставит. По крайней мере, Надежда умирает последний. Смотрим, что тут. Калаш Императрицу мы с тобой не продали почему-то. Хорошо, 4300. Возвращаемся обратно тогда на вот этот вот кейс. На все бабки опять закручиваем. И смотрим с довольными ёблами. Что тут падает? 2600 остается баланс. 2000 рублей. 1400. 800. Окей, вот так. Вот так. Доступны для продажи. Глоков на 1900. Вот, собственно... Про это я и говорю обычно, то что может очень жестко поднаебать. Ладно, если пустынный повстанец не дает больше, то давай неонуар попробуем. Может быть, хотя бы неонуар нас окупит сейчас. Раз, два и три. И больше не можем, в принципе-то. 2 по 500. Ну как бы, вопросов больше нет, ладно. 2 по 500, тоже неплохо. Пустынный повстанец, ну давай, мужик. Раз, два и 3. Вот так. Доступны для продажи 4 пустынных повстанца на 1100 рублей. Сомнительно, как будто бы, да? Как будто бы очень даже сомнительно. 50 кейсов и еще 25 можем. Давай, Амлу, Лабуди, Лабудай и Неонуар АВП. Вот сейчас. Здесь, вот в этих вот прокрутах 25. Понял. Доступные. Да, был АВП, Неонуар, хорошо. Ладно, тогда еще открываем. Еще тоже неонуар. В неонуар все бабки сейчас зальем. И Надежда, так скажем, окупит себя или же не окупит. Вот так, вот так. 3,5 остается, хорошо. 2300 уже. Уже меньше, 1700. Еще 1000 остается. Последняя попытка. И 50 кейсов тоже, в принципе, почему бы и нет. Вот так. АВП есть, 2 штучки. Эмочки есть, глачки есть, 8000 рублей есть. Хорошо, пустынный повстанец, парень. 100 штук, 100 кейсов, поехали.
Пожалуйста, давай пустынных повстанцев насуй-ка мне целые карманы. Ну, хочу. Только не глоков, пожалуйста. Просто вот все, что хочешь, другое. Калаш всякий разный там, например. Можешь мне насыпать. Но миллион глоков мне тоже не особо хочется видеть. Хотя бы там штучки 4 калашей за 100 открытий сделай мне. И будет тогда уже разговор. И будет уже тогда другой разговор абсолютно. Один, блядь, калаш. 6500 рублей. Понял. Понял, вопросов как бы нет. Тогда обратно, еще разочек попробуем неонуар. Если нет, то я не знаю. То будем заходить уже на данный сайт только когда выпустят поток информации. Потому что тот кейс я прям люблю. Я прям всей душой тот кейс обожаю. Ну давай, ладно. 3700. Достаточно быстро, если фастом открывать. Просто вылетает баланс достаточно быстро. Хорошо. 2500. 1900, 1200, 672. Ну ладно, если 2 по 50 открыть, то хватит, в принципе. Потому что шир по автоматам продается. Окей, смотрим сюда. Авапа раз. 2 юспа. Да ну и все, наверное. 13 000 рублей. Ладно, сори. Может быть, зря погнал. Окей. Хорошо, топ-кейс. Парень, где ты, мой родной? Топ-кейс, поехали. До конца тебя сейчас откроем, чтобы понимать вообще, есть ли толк в этом или же нет. Давай Акихабару. Да я подвыведу. Ну я клянусь подвыведу, но не хочу уже затягивать ролик. В последнее время вообще как-то очень странно все началось. Стой, пожалуйста, Икару. Да ебаный в рот, ну какой предатель, блядь. Какие 740 рублей, ну ты че нахуй? Пожалуй, ну хотя бы раз окупи. Ну, блядь, это пиздец. Окей, 868 рублей, ну ты чё гонишь? Спринт с 0,025% выбивает. И откуда ты выбил, кстати? А, нихуя. Нихуя непонятно, откуда он выбил, ну ладно. 1000 рублей, ладно. Ладно, что ж, тогда топ-кейс. Последний раз. Последняя попытка, мужик. Пожалуйста. Ну, ты не можешь же не ставить всегда. Ты же должен хотя бы один раз окупить. Без комментариев просто, блядь. Просто, блядь, без комментариев. 503 рубля. Охуеть. Спасибо, папаша. Окей, тогда давай, не знаю, охота на тайное. Сколько еще? Три раза можем? Можем. Давай, охота на тайное. Контракт. Ух, нихуя, юспик выпал. Вот это да. 1600 рублей, падает 1200 закат. Что, блять, с сайтом? Почему так лагает? Почему нихуя не подгружается? Ёбаная жизнь. 5 не можем, 4 кейса. Контракты. Bloodsport. Оперативная память. Bloodsport и Легион Анубиса. Понимаю. 826 рублей. Минус. Отлично. Отлично. Окупание происходит. Почти что. Почти что окупание. Вот так. Вот так. Револьвер. Неоновая фанера. 773 рубля. 447. Окей. Тогда давай вот так. И вот так. На Тиму Као. 5%. Я в них не верю. Никогда. Так что можно сказать, что это слив баланс просто прошел. Да. К сожалению. Что ж, к сожалению, вот такой вот видеоролик у нас сегодня с тобой получился. Ставила, что-то ставила, но, к сожалению, не то, что я хотел бы. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Так, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.